Подожди, Петь, покажи. У меня не с руки. Так я уйду. Я сейчас подойду сюда. Двух слов. Покажи. Ну, чтоб... Аккумуляторная пила. Аккумуляторная пила. Два аккумулятора. Вот. Черепаха медленно с одним. Без аккумуляторов не работает. На одном аккумуляторе работает 50% мощности. Класс. Устанавливаю на шину. Выбираем эксцентриком люфт. И начинаем работать. Делаем пропил. Он пропилил что-то. Мы пропилили антискольную да. Под свой шов. Под свой диск. Все. Скола уже не будет. Да, как убрали. Диск мы точим, либо меняем, мы меняем шину. Не шину. Ну вот эту. Скольную. Да. Все. И работаем. Это регулировка. Регулировка показывает глубину по шине, насколько мы опускаем, вот, допустим, на 10 миллиметров. Эта шкала показывает работу без шины. Это точная настройка. Можно построить до там, доли миллиметров. Да. Также выставляем угол. Также для чистового реза сюда устанавливается антискольный вкладыш. Они же вот они. Сейчас скажу, где они, господи. Вот они. Ага. Антискольные вкладыши. А если без шины будешь делать? Вообще. То есть низ придерживает кромку и вверх, и нету скола. Ага. Это также он меняется, это расходный материал. Угу. Вот самая популярная модель. Ну, тоже Bluetooth. А это система аккумуляторов. Да. Да-да, то есть мы можем установить аккумулятор Bluetooth. Системой Bluetooth. Да. И также соединить его с новым пылесосом, либо с дополнительными устройствами. Угу. Это пила. С одним. Простая, электрическая. Все те же функции. А, вот это с одним аккумулятором. Да. Это плотницкая. Это плотницкая пила, работает по шине. Сейчас покажу. Давай. Сейчас. Она не перевешивает. Кажется просто, что аккумуляторы перевешивают. А на самом деле нет. Вот она висит. Она хорошо. Да, хорошо. Мне тоже понятно, понравилось. Что это с ней не покрыто бегать. Вот шина. Установили. Здесь мы можем выставить любой градус. Мы можем передвинуть. Вот, выставить, допустим, 15, да? Либо там вот 90 градусов. Зафиксировали. Соответственно, мы ее подносим, упираем. Вот здесь 90 градусов. Да. И отпиливаем. То есть, если это работа на крыше, мы отпилили стропилину, она не падает. И она скользит. То есть. Ну, я понял. Ну, вот. Да. Вот она вот за счет вот этих вот. Да, вот это черное. Она будет стоять. Можно практически одной рукой работать. Класс. И не бояться, что упадет шина. Да. Вот такие. Инструменты у нас в Калининграде. Приходите. Да, это в Калининграде. Классно все. Мне очень понравилось. Магазин Festool, Александр Невская, 54-54Б. Жесть. Все, спасибо. Пожалуйста.